и есть долгожданная. Ух ты! Ух! Ух! Опа! Подлещик. Без подсаки. Можно сказать, уже и подлещик, а лещик. Вот такой, друзья. О, на бутерброд червь сапарыш. Привет рыбакам, фанатам рыбалки. Сегодня очередной выезд на речку Псел, это Полтавская область. Попробуем попытать удачу. Будем ловить на фидер, пробовать боковой кивок, поплавок. Погодка отличная. Время 7 утра. Следующее включение уже на месте лова. Кормушка едет сантиметров, я знаю, 35 по воду. Один крючок. Походу рыбка идет. Мужики, вы посмотрите, какая таранюха именно. Вот это да. Взяла, короче, на тесто манка. Вот это да. О. Вот это размерчик. Супер. Продолжаем.
Уже одна рыбка есть, синец. Так, иди сюда. Вот такая густерка. О. Вот такая. Ну что, пойдет. Короче, взяла на парик с червячком. Короче, бутерброд. Прикольно, вон видно, черепашки, оп, нырнули. Короче, мужики, ищу место попробовать боковым кивочком. Тут вот заводь такая небольшая, но берег не ахти. Попробую где-то половить. Бобры повалили деревья. Это жесть, да. Смотрите, какое дерево лежит. Вот тоже. Вот это они дали. Забрался в самые дебри. Много поваленных деревьев лежит. Прямо в воде. Если будет результат на боковой кивочек, включусь, покажу все. Мужики, смотрите, какой дуб. Не знаю, сколько ему, ну, короче, наверное, лет 200, может, 300. Вот это да. Дубище. Короче, друзья, пошел дождь. Хотя по синоптику смотрел, по прогнозу, дождя не обещали. Хорошо, что взял зонт. А зонт брал, думал, там солнце, типа, чтобы немного там укрыться. Но не планировал, что вообще будет дождь. Ну, я думаю, долго он не будет идти, но тем не менее. Пробовал боковым кивочком, по дебрям разным ходил, лазил, дергал, рыбки нет. Вернулся на старое место, здесь поклевывает плотвичка, густерка. Иногда карасик проклевывает, но карася пока не было у меня. Так что будем пробовать дальше ловить. Дождик вроде заканчивается. Вот так как можно доверять синоптику, если прогноз не передавал дождь? Есть что? Так, рыбка есть. Долго не было клёва. И тут у нас густерка пожаловала. Вот такая густерень. Взяла на бутерброд свеженький.
О. Ну, пойдет. Короче, только забросил. И снова поклевочка. Ну, что-то не крупное. Сейчас глянем. Ну, где ты, покажись. Это у нас синец. А заглотил. Вот такой синец. Такая интересная рыба. О. Оп. Время где-то 16:30. Посмотрим, что у нас вечер покажет по рыбалке. Сегодня, можно сказать, такая трудовая рыбалка. Но, тем не менее, рыбка есть. Сегодня вообще таранюха такая зачетная, 300 грамм. Я взвешу ее, покажу, сколько там вес. Но только одна, может, еще будет, посмотрим. Походу, есть что-то. Что-то есть. Долгожданная. Ух ты. Ух. Ух. Опа. Подлещик. Без подсаки. Можно сказать, уже и подлещик, а лещик. Вот такой, друзья. О, на бутерброд червь сапарыч. Красавчик. Хорошо. О. Вот такой. А вылузу его. Друзья, подведем итоги сегодняшней рыбалки. Короче, рыбалка была как бы трудовая. Пробовала с боковым кивком ходить, пробовать ловить. Обходил, наверное, все возможные места. На боковой кивок не получилось заснять видео, так как поклевок я не увидел. Ловила сегодня на фидер. По итогам сегодняшней рыбалки. Вот смотрите, что у нас получилось. Видите, не густо, но есть. Короче, такой лещик, синец у нас, густера, таранюха хорошая. Так что как-то вот так. Все равно свежий воздух, природа, то есть вообще супер. Будем продолжать выезжать на рыбалку. Думаю, сейчас потеплеет. Клев еще более наладится, будет все супер. Так что, друзья, поддержите канал лайком, подпиской, буду очень вам признателен. Всем большое спасибо за просмотр, пока-пока.